Всем привет, ребята! Пришла ко мне новая посылка из Китая. И давайте откроем ее, посмотрим, что же у нас там внутри. По ней непонятно, тут не подписано ничего, так что я даже и не знаю, что у меня там. Что же... О, что это такое? О! Я понял, что это такое. Это обшивка на руль. Кожаная обшивка. Очень популярный товар на AliExpress. Очень я посмотрел много заказов, много отзывов. Есть даже видео, как это все прошивать. Ну, не прошивать, а зашивать руль. Так, есть тут нитки с иголкой. Так что буду, наверное, руль зашивать и сделаю потом отдельное видео, наверное, как это сделать, как это будет смотреться. По описанию продавца было написано, что это кожа настоящая. Но мне трудно сказать, я не знаю, как отличить настоящую кожу от ненастоящей. Ну, по ощущениям она мягенькая, приятная, с такими вот этими перфорированная, с отверстиями, чтобы, наверное, какая-то вентиляция была, чтобы руки, возможно, не скользили. Ну и вот здесь вот такой вот материал, обычный белый. Вот. Все это должно вот так вот натянуться и уже вот так вот здесь прошиться. Таким образом. Вот такая вот посылка. Стоит эта штука около $2. Это примерно 140 рублей. То есть это даже дешевле всяких этих обычных чехлов на руль. Такая вот обшивка будет у меня прикольная. Буду сейчас ее тогда делать. Вот. Ну и сниму об этом отдельное видео. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.